Всем привет! А перед просмотром я хотел бы вас попросить поставить большой палец вверх и прокомментировать видео. Чем больше лайков мы наберем, тем быстрее выйдет новая серия и тем будет лучше. Ребята, вы себе даже не можете представить, как один лайк или положительный комментарий может повлиять на меня, дав мне больше силы, больше энергии, улучшенное настроение для того, чтобы записать новое видео как можно быстрее, записать его для вас, выложить его как можно быстрее, потому что я для вас стараюсь. И за это, ребята, надеюсь, что вы также будете мне выделять помощь, тем самым ставить лайки, комментировать, делать меня более энергичным, радовать меня, давать мне настроение. И я буду больше стараться для вас, потому что я буду знать, что вам это нравится, вы хотите больше серий, и вы хотите продолжения, ребята. Я надеюсь на вашу поддержку, и всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, я сделал себе ферму уже, я себе ее сделал. Сейчас я, ребята, ее покажу. Так, сначала вот это все я сюда себе поставлю. Ну что, у нас жрачка вот это. Ребята, сделал я себе ферму, действительно, ферма небольшая, но, знаете что, точно мне и напомнили, и я забыл одну вещь. Зачем ставить... Да харе там, зачем ставить на ферму кингеров, или зачем ставить на ферму там бишарпов, если можно сделать ферму Блисси? Какая разница ставить или бишарпов, или кингеров, или Блисси, но... То есть это же покемоны, да, я же не поставил там легенд или покемонов-боссов, чтобы там куча вещей выпадала и мы их продавали. Я поставил Блисси, ребята, потому что мне действительно напомнили, с Блисси же охренеть как много опыта выпадает. И вот я убил уже, ребята, пару Блисси, и у меня уже стандарт 58 уровень. То есть, это, ребята, офигеть, как быстро это, во-первых. А во-вторых, ребята, то, что мы свою команду очень... Не команду, а то, что мы закончим этот сезон быстро. То есть, с этой фермой, ребята, мы... Даже если очень постараться, то мы за одну серию даже можем прокачать две команды, если, конечно... Ну, хотя две не две, может, но одну 100%. То есть, если постараться, то за одну серию... Можно прокачать одну команду. То есть, если ребята, подумать, то приблизительно у нас сезон этот будет длиться к 150-160 серии. Если сейчас у нас, ребята, 134 или какая там серия, то уже скоро, можно сказать, конец вот этого. Конец сезона. И... Мы, ребята, уже начинаем новый сезон, поэтому, ребята, кто рад, ставьте большой палец вверх, пишите офигенный комментарий, что вы думаете по этому поводу. Поэтому, ребята, меньше разговоров, мы идем быстро докачиваем эту команду, мы идем быстро выбираем новую команду, и мы берем быстро, ребята, новую команду, да, идем быстренько прокачиваем наших всех покемонов. Только, ребята, знаете, что я подумал? Немного хреново в том смысле, что... Так, давайте. Немного хреново в том смысле, что как его, как, что я хотел сказать. А, что когда мы берем новую команду, когда мы ее берем, то у нас же покемоны маленького уровня, то есть 10-20 уровень. А я там поставил, чтобы Блисси спавнилась от 30 к 50 уровню. То есть вот такая фигня, что может... Мы даже сначала не будем тащить, но зато мы, наверное, парочку уровней там быстренько прокачаем на киллерах, да, и потом, когда уже сможем тащить, тогда уже на Блисси, потому что на Блисси это действительно, ребята, прям очень быстро, и на Блисси мы закончим сезон в 10 раз быстрее, ребята, поэтому, действительно, кто рад, ставьте большой палец вверх, потому что это действительно офигенно, то, что мы закончим быстренько вот этот сезон, который, я уже говорил, я ошибся в начале и совершил ошибку в том плане, что... Задвинул очень большие требования, то есть большую цель в сезоне, которую, ну, мы сложно выполняем сейчас, поэтому это, поэтому сезон так, ребята, и затянулся. Но мне человек подвинул одну, не подвинул, а представил свою идею, как можно будет сделать в следующем сезоне. Потому что я уже, как говорил, по тому поводу, что, ребята... Есть покемоны, которые эволюционируют сразу, там, например, если мы там словим Катерпи, то на 20 уровне он уже будет Баттерфри. И что, на 20 уровне уже Баттерфри откладывать в компьютер, и все,
забыть про нее, потому что мы ей прокачали 5 уровней за 2 минуты, и откладывать ее в компьютер? Нет, ребята. У него есть офигенная идея, то есть он ее прикинул. Смотрите. В одной команде мы берем, например, Баттерфри, да, в одной команде мы берем там еще кого-то, в одной команде мы еще кого-то там берем, и, например, у нас есть в команде покемон, который, ребята, у которого, как это объяснить, твою фуражку, покемон, у которого финальная эволюция на 36 уровне. Приблизительно 36 уровень, да? Потом у нас есть покемон, у которого эволюция там на 20 уровне, покемон, у которого эволюция там на 32 уровне, покемон, у которого нету эволюции, покемон, которого прокачивать с камнем, то есть мы его сразу можем на 5 уровне прокачать и все такое. Но, чтобы не было так, что словили одного покемона, прокачали к 5 уровню, дали ему камень эволюции и все, отложили его, потому что он уже прокачанный, да? Нет. Офигенно, ребята, то, что... Смотрите как... Если в команде есть покемон, например, берем, в команду нужно брать специально одного покемона, который будет, у которого эволюция самая большая с команды. Ух, ребят, если бы я знал, как это объяснить, я сейчас говорю прям непонятными словами. Ну, как я объяснил, например, 6 покемонов, например, в одного покемона эволюция на 36 уровне, а потом все другие покемоны не дотягивают до 36 уровня, потому что у них раньше эволюция. Но нам нужно всех покемонов прокачать до 36 уровня, потому что ведущий команды будет тот, у которого... которому нужно больше всех уровней прокачать, чтобы он эволюционировал. Вот как. Если, например, у нас есть Драгонайт, и он эволюционирует на 55 уровне, то нам нужно всю команду до 55 прокачать. Если у нас, например, там есть Меганиум, который, я не знаю, может, на 32 вроде эволюционирует или на каком, то нам нужно всю команду до 32 докачать. Понимаете, ребята, как? Ну, как я имею в виду. Ну что, ребята, с этим разобрались. Еще не забывайте, ребята, то, что так как... На предыдущей серии набралось больше, чем 300 лайков. Я говорил, если наберем 300 лайков, то я выложу эту карту, потому что она уже завершенная. И, ребята, карта в описании, ссылка в описании, вы можете зайти и скачать. Ну что, ребята, так, давайте еще XP-шер все-таки оденем. И пойдем. Вот, ребята, как... Твою ж... Так, вот, ребята, какая у нас ферма получилась. Что я сделал? Вход в фармзону, 5 алмазов кидать сюда. А я сам сделал, сам алмазы дома забыл. Это потому что, ребята, чтобы уже хотя бы какое-то небольшое правило было. То есть, чтобы мы туда пошли качаться, нам нужно парочку алмазов туда кинуть и зайти. То есть, когда мы прокачаем команду, мы выходим, берем новую команду, даем опять 5 алмазов, качаем. То есть не за вход давать, а тогда за одну команду, да? 5 алмазов за одну команду. Потому что, если, например, нам нужно типа спать, да, я выйду и все. И потом опять возвращаться, опять 5 алмазов кидать. Нет, лучше, ребята, тогда 5 алмазов за одну команду. Вот, например, мы сейчас качаем эту команду, да? Когда ее докачаем, пойдем... Ну, сейчас мы уже кинем 5 алмазов. Когда мы ее докачаем и возьмем новую команду, то тогда, ребята, нам опять нужно будет кидать 5 алмазов. Вот, мне кажется, это даже лучше. Потому что, чтобы хотя бы какое-то разнообразие было, или что такое, или минимум как честно, чтобы было. Так. Ну что, ребята, потопали. 1, 2, 3, 4, 5. И кидаем... Опа, кидаем туда. Фу, видите, ребята, тут Блисси спавнится, но также тут другие спавнятся, потому что я же тут поставил вот это, траву, и тут много покемонов вот этих спавнится. Там Шайни был? Ну ладно, то есть, это такое. Ну что, ребят, смотрите, Блисси, да? Один удар, куча опыта. 7000 опыта с одной Блисси. Ребята, давайте в следующей серии установим рекорд. Возьмем новую команду, если в этой серии мы ее прокачаем. Возьмем новую команду и посмотрим, за сколько мы сумеем прокачать ее. То есть, если мы успеем ее прокачать за одну серию, это будет офигенно. Смотрите, ребята, мы убиваем одну Блисси, на ее месте спавнится другая. Мы убиваем еще одну Блисси, на ее месте спавнится другая. Вот в этом, ребята, и прикол, и в этом, в принципе, лучше. Так, вот. Убили. Опа. Да, тут уже пофиг, ребята, какие вот эти удары изучать. Мы уже просто так переначим их, да и все. Один. Чем бы тебя еще ударить? 2. 8. 9000 опыт. Покехил. Стантлер уже 63. Давайте тогда, ребята, сейчас с кулипедом мы прокачаем немного.
Офигеть, Блисси, ты прям такая охрененная на прокачку. Прям очень охрененная, Блисси. Смотрите, мы ее прокачиваем, нам дается около 2-3 уровней практически за каждую Блисси. Ну, о, нифига себе, босс, блин, ну это, ребята, не я спавнил, это, видите, она сама заспавнилась, то есть иногда есть шанс, что заспавнится босс Блисси. 12 тысяч опыта. Это самая быстрая ферма покемонов в мире. А знаете, а может такое на сервере сделать? Я понимаю, это будет очень читерский, но все же на специальном, на платных серверах сделать вот такую фарм-зону, чтобы люди быстренько могли качаться. Но это я уже, ребята, такие мысли себе кидаю, то есть можно сделать, можно не делать, это уже, ребята, я просто так, для идейки. Мы тут, ребята, находимся пару минут. У нас уже скалипет 56-й, хотя он был 49-й. Чё за хренотень? Вот это я не догоняю, вот это ошибка иногда. Ну ладно, это пофиг. Сначала покехил, чтобы было... Это самое главное, после этой ошибки багается команда. Нужно проверить. 19. Хотя нет, вроде не забаговалось. То есть, ребята, иду... Одна Иви... Иви какая нафиг Иви? Одна Блисси, ребята, идет на... Нет, две Блисси, один уровень. Две Блисси мы убиваем где-то за 20 секунд. За 10-15 секунд. То есть, по сути дела, ребята, если мы очень постараемся, мы даже за одну серию сможем прокачать по два уровня. По две команды, но это вряд ли. Ребята, ставьте лайки за то, что офигенный способ прокачивать команду. Да, это ферма, да, то есть я ее сделал, но все же многие... Да какие нафиг 60%, я хотел сказать. 100% игроков уже, не игроков, а людей, которые смотрят этот сезон, уже хотят, чтобы был новый сезон. Ребята, если я ошибаюсь, то напишите в комментарии. Но если вы меня понимаете, если вы думаете так же, как и я, что уже нужно новый сезон. Если вы так же думаете, как и я, что этот сезон уже стал немного скучноватый, что мы больше ничего не делаем, кроме того, как прокачиваем покемонов. Если вы хотите новый сезон с кучей легенд, с кучей новых покемонов, то, ребята, поддержите меня и поставьте лайки, и докажите то, что я прав. Потому что, в принципе, так оно есть. Я думаю, все со мной согласны, что уже как можно быстрее нужно закончить этот сезон и начать новый сезон. Вы со мной согласны, ребята? Да? Да? Ну, отлично. Поэтому, ребята, как можно быстрее. Мы сейчас прокачиваем. И, ребята, если сейчас 150... Какая там? Да пофиг, нападай, ладно. Если там 150... Какая 150? 34-я серия? Да хрен нападать на Скулипеда. Он уже у нас прокачан, охренеть как. Все, домой. Эту команду уже можно докачать и вот этими... И Раркинди. Она уже офигеть какая прокачанная. Быстро. Опа. Да, пофиг, ребята, тут уже пофиг. Нужно постараться как можно быстрее это прокачать. А какие там удары и все такое, это уже другое. Стандлер уже 63-й. Ладно, вот. 55-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й. Аутрейдж. А, извиняюсь, что-то я и кнуть хотел, и кашлянуть, и что-то непонятное вышло. Так, удары сюда. Ну, темки. Яйца у нас охренеть, сколько яиц надропало. Блисси. Ребята, команду мы прокачали, докачали за эту серию. Итак, ща. Ребята, 134-я серия. Можете надеяться, что новый сезон уже... Что этот сезон закончится где-то на 150-155 серии. Максимум 160. Хотя, да какие нафиг 160? На 150-й серии этот сезон уже закончится, ребята. Не забываем скачивать карту, если вы хотите, в принципе, карту, да? Можете ее скачать. Ссылка на нее в описании. Ребята, новая команда. Третий. О, я чуть не туда... Сейчас, дайте я что-то посмотрю. Я не туда поставил. Твою ж... Мать. Так, это сюда. Ищ, фуражку. Так, быстро. Жук. Я только по гнярду посмотрю. Нет, да. О, стил. Стил вроде тоже охренеть, как стальной тоже охренеть, как много урона наносит Блисси. Дарк, я не знаю, вроде по сути дела тоже должен. Поэтому, ребята, мы его сейчас будем прокачивать. Нам нужно еще один боевой. Кто у нас боевой? Хитмончан. Я помню, ты у нас был. Давай. О, вот он. Хитмончан, второй.
Помниард, второй, и третий, кто там у нас должен быть? Быстро. Ну, чтобы я, ребята, говорю быстро, быстро, и пытаюсь сделать все быстро, чтобы быстрее закончить сезон. Потом Абра, 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 где Абра? Пожалуйста, не говорите, что у нас ее нету. Я помню, что мы ее ловили. Но это, о, вот, она уже у нас тут, а я что-то туплю. Потом давайте вот так возьмем, водный вот так возьмем. Да сойдет, пофиг. Уже такой, не знаю, ладно, все, лишь бы было, да. Так, это сюда. Быстро. Так, это сюда и это сюда. Замечательно, я не знаю, какие атаки нам изучать на Абру. Давайте тогда, ребят, еще возьмем немного. Чё взять? Чё взять? Чё взять? Это возьмем. Это все нафиг, ребята, быстро продадим. И так уже скоро финал сезона, это нам, в принципе, нафиг нужно. А как Пуривак эволюционирует? Один с помощью... А, с помощью обмена вроде, да, если я помню. Еще один Пуривак. Как бы эволюция его эволюционирует. Поэтому, ребята, нужно будет... Нужно будет... Ну, обменять потом. Так, быстро. Вот гости тут у нас, лечилочки. Так. Это сюда, это сюда. Ребята, точнее, если так подумать, то тогда до финальной серии осталось уже где-то, ну сколько, 15 серий, если так подумать. Оп, ну, если сообразить, то где-то 15 серий осталось. Что, в принципе, не так уж и много, ребята. Вы согласны? Да, согласны? Поэтому, ребята, еще ставьте лайки. Потому что, чтобы еще быстрее закончить этот сезон и начать новый с кучей новых покемонов, легенд, прокачивать вот это все. Так, вот это еще тут у нас куча есть. Быстро, отлично. И Safari Ball еще у нас есть. Отлично, замечательно. Замечательно, мы это все продали. Теперь атаки. Сайшок, Shadow Ball. Абра, Пуливак. Ну, Пуливагу я не знаю. Суру давайте попробуем. Сил пускай будет. Ну, танк. Нормал. Я не знаю. Ему можно будет изучить Эртквик? Можно. Это прям охренеть, Милтанг. Ты красота. Ты прям вообще. Быстро. Сурф. Вот. Потом Абра. Псайшок. Потом Помниард. Я надеюсь, себе можно Шадобол. Ну, может, на Бишарпе можно будет, фиг его знает. Хитмонли, ребята, 44 уровень. Прям охрененно. То есть, пока мы прокачаем Хитмонли до 60 уровня, а 44 до 60 уровня за 3 минуты, да. Я подумал, что Блиц, у нас есть Блиц, ребята, мы можем быстренько прокачиваться. Пока мы его прокачаем, то тогда Помниард уже будет около 30-го, и все покемоны будут около 30-го. Что я хотел поспать? Чё ты... Поспать. Быстро, быстро, быстро. Ребята, давайте сейчас... Ой. Бля-бля-бля. Ребята, давайте сейчас посмотрим, сколько мы сможем прокачать этой команде до конца этой серии. Сколько мы сможем вообще прокачать. Драгонайт Ну да, в принципе, он иногда спавнится. Ну, в принципе, я первый раз вижу, чтобы Драгонайт заспавнился. Ну, в этом сезоне, как минимум. Ку, Хитмонли, покажи нам, что ты можешь. Нормально, нормально, сойдет. Сойдет, чтобы быстренько. Смотрите, смотрите, сколько уровней, ребята. Я уже заколебался кликать. Охренеть, смотрите. Да похрен. Да пофиг. Да пофиг. Да пофиг. И Абра уже эволюционирует. Сейчас миллион эволюций там будет. И это с одной Блиссе, ребята. С одной Блиссе. Это прям. Ребята, спасибо вам за поддержку, потому что. Ферма, то есть фарм-зона покемонов, это просто охрененно. Мы этот сезон очень быстро сможем закончить, это, в принципе, офигенно. И мы очень быстро прям прокачаемся. Давайте, ребята, дальше. За одну Блисси тому же Хитмончану дала 2 уровня. Так, быстро дальше. Ой, куда я кинул? Так, дальше. Замечательно. Офигеть! Тому же Хитмонли только дает 12 тысяч опыта. Да, слушай, чувак, да тут пофиг уже, какие атаки нахрен изучать. Так, давай. Если бы ты еще попадал с каждого удара, у тебя атаки, конечно, не очень, поэтому... Офигеть, это с одной Блисси, ребята. О, отлично. Бабл, да пофиг. Пофиг. Уже и Пуливак эволюционирует. Сейчас, ребята, секундочку.
Пока он там эволюционирует, я быстренько посмотрю. Фух, да, ферма опыта, ребята, это прям офигеть. Блин. А как вообще он станет пулитоидом? Я чё-то не догоняю. Пуливир? Ага. А, с помощью обмена, с помощью... Я понял, с помощью той короны или чё это. Я понял. Так. Понял. Тогда нам ещё, ребята, его нужно будет прокачать позже чуть-чуть. Блисси, давай. Ты вообще офигенный. Офигенный. Теперь я понимаю, почему её все так любят на серверах и почему она вообще такая дорогая. То, что за неё там дают даже... Мьюту дают за Иви. За Иви Мьюту дают. Какого Иви? Почему я говорю Иви? Я чуть не догоняю. Не за Иви, а за... За Блисси, за Ченси дают Мьюту. Вот часто, ребята, понимаю, почему дают Мьюту. Потому что, ребята, вот. Тут за пару минут можно прокачивать... Ну, можно прокачивать покемонов до 100 уровня. И вот поэтому она такая, ребята, и дорогая. Если бы ты попадал, еще было бы мега кик. О, да ну иди ты нафиг. Ну... Я понимаю, что ты тут очень крутой, заспавнился себе драгона 55 уровень, но все же. Иди в пень, драгон. Второй раз такая хрень. Но я, в принципе, знаю, почему это происходит. Из-за того, что я много раз нажимаю букву R, и там какая-то кнопка дополнительная, что на это все что-то там делать. Но зато хотя бы вот этот надоедливый хитмон... Ну, какой хитмон? А, как его? Драгонайт пропал. Ну, если бы ты еще... Самое главное еще посмотреть, не багается ли атака. Точнее, не багается ли покемон. Багается, забагался. Сейчас. Забагался. Это то, что сейчас они... Да пофиг, нет, это нужно отменить, только потому что я хочу посмотреть, забагался ли он. Забагался, ребята. Нужно перезайти, потому что, хоть я сейчас миллион уровней прокачаю покемонов, когда я выйду с игры и зайду заново, уровни пропадут на вот то место, до того места, когда они забагались. Поэтому нужно перезайти, ребята. Итак, ну что, ребята, ща. Вроде я перезашел, ща посмотрим. Пропадает, ну, вот эта атака или нет. Да пофиг, чувак. Да, пропал, отлично. Так, быстро. Вот, ну сил, я уже думал, ты не эволюционируешь. Долгая серия, ребята. Ну, в принципе, 20 минут уже идет или сколько там. Давайте еще. Это просто офигенная ферма. Давай, сил, давай. Я просто не знаю, я то ли рад, то ли что, потому что это действительно очень быстро мы закончим этот сезон, ребята. Если вы рады, ставьте лайк, потому что это офигенно. Скоро новый сезон. Дома, новые правила, они вот такие долгие, да. Если бы мы сделали такую ферму опыта с самого начала, то, конечно, бы мы вот это все намного быстрее сделали. Так, быстро. Опа. Давай, я понимаю, да. О, close combat. Это как раз офигенно. Сколько у тебя там ударов на close combat? Ну, только 5. Ну, ладно, пофиг. Да, пофиг. Это просто, ребята, с каждой блиссид нам дает столько опыта, что... Все, хитмоны уже 60-й. Все, его можно откладывать нафиг. Так, кого бы дальше прокачать? Давайте, может, Милтанка попробуем. Он 31-й. Я вообще... Ну, в принципе, земляные атаки, да, тоже нормально сносят. С трех ударов. Ну, в принципе, это нормально. То есть, мы убиваем Блисси где-то за 10 секунд. То есть, за минуту мы убиваем 6 Блисси. 6 Блисси — это просто хреново туча опыта. И это очень много вообще вот этих уровней. Но, в принципе, если вот так, если вот такие Блисси попадаются 50 уровней, которые еще хилятся, то, конечно, мы их дольше будем выбивать. Ладно, давай Хитмон Ли. А то попалась нам Блисси. Такая. Ой. А, ну да, понятно, черт. Я же перезашел. Так. Тогда будем на 34-х таких уровней сначала нападать. О, тебя уже с двух ударов. 33-й, замечательно. Так.
Ребята, вы не смотрите, что я не изучаю отличные атаки. Я уже говорю, это уже чтобы просто быстрее это все было. Так. Давай. Еще раз. Ну, ударь, ну пожалуйста, ну милтанчик. Да что ты столько мажешь? А, она типа поет и он засыпает? Или просто вот эта хрень. Эвазион, то есть уклонение у нее много, и поэтому она... Ну, точнее, мы по ней не попадаем. Так, быстро. 39-й. И милтанк 39-й. Точнее, уже 40-й. Так, ну почему ты на... Если бы еще вот эти тренеры тут, да ладно. О, хотя бы один покемон дала, не 100. Смотри, Милтан 40-й. Уже где-то 42-й еще будет. Ну ладно, ты тоже нападаешь, тебя в принципе тоже можно. Ладно, ладно, ладно. Так, давайте, давайте, ребята, потопали дальше. Какой он там уже? Твою мать, а? Ты запарил уже с этой... Я не догоняю, почему вообще это ошибка. Если... Чё за хрен... Оу. Оу. Дайте мне посмотреть. Нет, вроде не забаговалось. Так, сейчас давайте опять быстренько. Ладно, я понял почему, потому что я много раз здесь нажимаю вот это, R, и там какая-то фигня. Поэтому нужно меньше чуть-чуть. Так. Так, быстро. Ребята, в принципе, мы продолжаем качаться так же, как и на том острове мы качать. Вот так, в принципе, можно сказать, скучно, что мы тут стоим, качаемся. Но все же, ребята, это очень быстро, и поэтому мы действительно очень быстро прокачаемся и быстренько закончим это уже. И начнем новые правила. Давай. 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 А, в принципе, на карте же эта фарм-зона тоже будет. Поэтому, получается, вы сможете зайти, тупо тоже прокачаться вот тут. Ну, или качаться, или если вы хотите там словить покемонов и не использовать Раркенди, а просто прокачиваться, то, в принципе, вы сюда можете прийти через телепорт. Но чтобы, ребята, карта полноценно работала, нужно устанавливать ее вместе с сборкой, потому что если вы ее установите без кастом NPS, то этих телепортов не будет, и вы не сможете телепортироваться, и не будете знать, где точка вот этого острова. Так, 48-й. Ну, Блисси. А Милтанк уже 51. Ну, давайте, ребят, докачаем Милтанка к 60-му, 52-й. Давай. 52-й. А, кончилось это. А вот этим, я не знаю, нормально? Нет, это атака, и он... О, да не, иногда попадает. А Бодислам? О, и то тоже офигенно. Так, 53-й. Раньше мы прокачивались от 40-го к 50-му практически полсерии. Сейчас мы от 50-го и 10 уровней мы прокачиваемся где-то за 2-3 минуты, если не меньше. Майка, Бодислам, Джироболт, вот. Так, 55-й, уже 55-й, ребята. Опа. Ну почему ты на него накидываешься? Да не нужен нам этот 17-й уровень. Я еще с боя не могу убежать. Так, отлично. Дальше. Опа. 55-й, 56-й. Так. Так. Отлично. Куча опыта. Павнярат уже, ребята, 45-й. А хотя мы еще даже их не прокачивали. Пока мы прокачаем Милтанка, то папа... То... Нет, не папа. Я хотел сказать Павнярат, а что-то, знаете, так... Па-па-па-па-па-па. Павнярат уже будет где-то 50. И уже можно Раркенди тупо использовать, и все. Так, один. Дальше. 59-й, я надеюсь. Да пофиг, чувак, пофиг. Пофиг, Кадабра. А, нам нужно еще тоже, нам нужно Пулитоида сделать. И нам нужно еще Алаказама сделать. А я про это и забыл. Так.
Так. О, кончилось. Ну, ладно, этим тоже можно использовать. Бить, точнее. Так. Ну, о, ну поехало вот эти. Хотя все, ребята. Ребята, мне кажется, сезон даже быстрее закончится, чем к 150-й серии. То есть за неделю мы уже закончим этот сезон даже. Даже быстрее. Ребята, ребята. Гулять, Павниар, гулять. Пофиг, что изучать, честное слово, пофиг. Давай. За одну серию мы докачали первую команду и прокачали вторую команду. Это тупо рекорд. Две команды за одну серию. Это охренеть, ребята. Ставьте большой просто палец вверх, если вы рады. Потому что это просто охрененно, ребята. Так. Бишарп, ты где? Шайни Бишарп. 50, 50. Какой там? 57. Да пофиг. Пофиг. Тут уже, ребята, пофиг, какие эти изучать. Кадабра. Ну давайте, пофиг. Итак, да, все равно. Я там знаю хорошую атаку выкинул, но все же, то есть. Это уже пофиг, ребята, какие тут атаки. Так. Поливиру. Пофиг. Так, 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 так. Пофиг. 56, 7, 8, 9, 60. Дивдон, какой тут? Да пофиг, какие атаки. Я знаю, ребят, там куча хороших атак, которых я... Которые, даже айсбим вот я пропустил. Но это уже, ребята, пофиг, честно. Милтанк. Милтанк уже. Так, во-первых, это выкидываем. Во-вторых, это сюда. В-третьих, включаем это. Берем компьютер. Берем компьютер, ставим сюда. Удаляем Пуливерла. Удаляем Кадабру. Так. Покеспаун. Алла Казам. Левел 60. Потому что мы прокачали. Потом. Сейчас. Покеспаун. Политоид. Левел 60. Потому что мы прокачали. И давайте, знаете, что вот эти яйца нафиг выкинем. У нас их столько, что... Так, так, так. Это тоже сюда. Все, команда прокачана, ребята. Офигеть. Блисси, вы, конечно, офигенные для кача. Все, мы можем ставить команду вот тут. И все. То есть уже... Ну, то, что легенд нужно будет прокачивать к 100 уровню, это немного затянется. То есть за одну серию мы две команды не прокачаем. Нам еще Мьюту нужно. Хотя, ребят, если нам еще Мьюту нужно, нам еще Райкваз. Ну, Райкваз, допустим, ладно, если что, потом посмотрим. Но самое главное то, что, ребята, нам нужно потом еще будет Мьюту этих всех прокачивать к 100 уровню. Это, в принципе, ну, более-менее так долго. Ну, ладно, ребята, давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Большой палец вверх, ребята, если вы рады тому, что просто офигенный кач, мы быстренько закончим этот сезон, начнем новый. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.